Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть во Friday Night Funkin. И сегодня у нас будет офигенная модификация. Вы помните, наверное, маг-агент, только это уже версия 2. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал. Если ты здесь впервые, бери вкусняшку. В общем, мы с тобой начинаем. Менюшка просто офигенная. Я сейчас, кстати, играл, ребята, в модификацию Metal Mama. Вот, обязательно посмотрите. О, мэн, нифига себе. Так, у нас есть фриплей, ребята. Давай, наверное, зайдем во фриплей, посмотрим. Две песни, ребята. Расцарапанное лицо нас тут встречает. Вот так вот, ну. Ни хрена себе, блин. Вот так вот кулачком раз и все. После трики. Погоди, что у нас тут происходит? Трики! О май ва! Охренеть! Это куда круче, чем первая модификация, хочу тебе сказать! Вау! Быстро, боже! Какого фига, блин? Так, ладно, давай постараемся теперь. Ничего себе! Блин, экран дрожит, это, конечно, сбивает толку. Все, погнали. Зацеп есть. Капец, вот это фак! Чё-то, блин, вы офигели совсем в край! Фак, показывайте и показывайте мне! Как трики! Уже какие-то восточные сказки, там мотив какой-то был. Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? Манишь, боже, это вообще не вписывается сюда. Я думаю, он нас точно убить хочет. Какой, блин, восточные сказки, какие манишь глазки? Жесть. И агенты сзади вообще клево выглядят. АТП-инженер тоже вообще супер просто. Как это? Блин, это просто охрененно. Так, у него теперь не микрофончик, друзья. У него теперь дробовичочек. Ну, такое дело. Это что, блин, такое сейчас было? Нипон? Это нельзя пропускать или что? Нипон. Охренеть. Вроде как и там и дробовик, и кулак, блин, тут появился. Жесть, ребят. Поздравляю, мы здесь надолго. Чтобы это пройти, я чувствую, мне придется часа два, блин, как стрики, играть. А о чем палец показывает, кстати? Ну, справа челик. Так, а какого фига, как, блин, в смысле? Нипон, вообще нипон, что происходит? Я же нажимаю правильно все. Вот так вот показывает агент. Вот он! Ха-ха-ха!
Я не понимаю. Я просто не понимаю, в чем проблема. Что я делаю не так? Я все правильно жму. Он мне тут вякает. Говнюк. Ладно. Ты напрягаешь, если честно, меня, братишка. Охренеть, как я поздно нажал, но... Боже мой! Что это? Кто ты? Что ты? Так, попробуем немного другую тактику, ребят. Только на стрелочках. Да, так полегче будет. Или нет? Так, погоди, то есть спама здесь вообще нет? Да я посмотрю. 3, 2, 1, go. А спам здесь есть! А спам здесь есть! Вот в чем прикол! И все равно сложно! Что происходит? Так, все, собрался, ребята. Надо защищаться от него, понимаешь? Когда он, короче, стреляет, мы типа защищаемся, ставим блок. Да, ваш кэп. В общем, ребята, на самом деле, если я так буду дальше продолжать, то соседи вызовут полицию, поэтому я просто поздновато записываю. Я бы на харде обязательно прошел, но, конечно, побомбил бы еще. Давай на нормале. Пройдем, да и все. И не будем париться, окей? Хоть, может, даже на нормале будет сложновато. Блин, какой жесткий маг-агент. С этими гвоздями в рыле. Как ты еще живой-то? Щит. Просто жесть, ребят. Thank you.
Ах ты, говнюк! Продолжение следует. Охренеть! Ты представляешь, в конце какая подстава была? Мы обязательно с тобой, как только выйдет полная версия на харде, пройдем, но не ночью, потому что я записываю поздновато. Я боюсь разбудить кого-нибудь. На этом, друзья, все. Спасибо вам огромное за просмотр. Бай-бай, дорогие братишки.